Ремонтная мастерская New Holland. Опытный инженер-механик. И ваши вопросы. Привет всем и добро пожаловать. Фермер из Италии Антонио только что написал мне сообщение. Привет, Дэвид. Во время сезона уборки на нашей ферме мы работаем на комбайне почти 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Возможно ли, что такое интенсивное использование машины приведет к поломке и простою? Как мне избежать этих рисков? Антонио, мне понятно ваше беспокойство. Решение я вижу в своевременном техническом обслуживании. Подготовка машины и ТО в межсезонье предотвратит дорогостоящие простои во время сбора урожая. И, конечно, используйте оригинальные запасные части. Это крайне важно. Давайте рассмотрим пример с ремнями. Как вы знаете, ремни представляют собой петли из гибкого материала и используются для механического соединения вращающихся валов. В основном их функция заключается в передаче мощности. Таким образом, к ним предъявляются следующие требования. Они должны обладать устойчивостью и усталостной прочностью к растяжению, быть крепкими, чтобы обеспечить передачу высокой мощности, и они должны быть эффективными, что в конечном итоге приведет к снижению расхода топлива. Можно сказать, что ремни делятся на два основных типа. К первой группе мы отнесем V-образные ремни. Они бывают гладкими или с формованным зубом. Рабочими поверхностями ремней служат боковые грани, передающие крутящий момент путем трения о боковые поверхности канавок шкивов. Вторая, не менее важная группа ремней — вариаторные ремни, используемые на комбайнах. Вариатор состоит из двухдисковых шкивов, охваченных клиновидным ремнем. Для вариаторных ремней характерен широкий диапазон изменения скоростей. Оригинальные ремни New Holland — это уникальная разработка инженеров компании совместно с надежными поставщиками. Они отвечают требованиям каждой машины. Ремни выполнены из специальной резиновой смеси и арамидного корда. Арамидный корд — это сверхпрочный и жароустойчивый синтетический материал. Его волокна оптимизируют передачу мощности и не растягиваются при больших нагрузках. Меньшее растяжение означает меньшее проскальзывание и, как следствие, меньший расход топлива. Особый материал, из которого сделаны оригинальные ремни, гарантирует до 100% выше передачу мощности в сравнении с аналогами и прослужит вам оригинальные запасные части в два раза дольше. Поверьте Дэвиду на слово.